пикник на природе ничего не может быть проще. Особенно если у вас есть автомобиль, инвертор, переходник диодный, преобразователь, кипятильник на 500 ватт, инвертор на 500 ватт, здесь у нас имеется вольтметр. Вот. Сейчас машина не работает. Точнее, двигатель запускаем. Начинается работа двигателя. Напряжение увеличилось. Включаем вверх. Все в реальном времени. Напряжение просело. Появляются пузырьки вокруг пены кипятильника. Чувствуется тепло.
Дырки поднимаются. Уже горячо брать крошку. Пузырьки интенсивнее выделяются. Это говорит о увеличении температуры. Очень горячая поверхность кочки, стенки. Пузырьки интенсивно выделяются. Еще не кипит, не кипение.
началось выделение пара. Интенсивное выделение пузырьков. Но это еще не утепление. Интенсивность выделения пузырьков увеличилась. Но это еще нигде не видно. Вибрация идет на работу двигателя. Поэтому это еще не кипение. Включился радиатор, охлаждение масла, охлаждение двигателя. Тепло от него поступает дополнительно на стенки кружки. Интенсивность выделения пузырьков увеличивается, но это еще не кипение. Смотрите, увеличение пузырьков, интенсивность выделения пузырьков. Но это еще не кипение.
Все, пузырьки начинаются большие, это уже кипение началось. Градусов, наверное, где-то 97-98. Но еще не 100. Пузырьки начали выделяться интенсивно, это можно сказать, что кипение началось. Все, мы скипятили воду с помощью инвертора, диодного преобразователя и кипятильника на 500 Вт. Спасибо за просмотр.